Если не знаете, в какие новые RPG уже можно поиграть, тогда смотрите это видео до конца, выбираете понравившуюся игру, находите ее по ссылкам в описании, скачивайте и наслаждайтесь. Но перед этим прожали на лайк, а заодно и на подписку. Биомутант – игровой проект, разработанный в жанре ролевого экшена, где нам предстоит с головой окунуться в фантастический открытый мир. Первым делом тебе нужно познакомиться с главным героем, который показан нам примесью кота и енота, а затем отправиться навстречу приключениям. Имеется в игре и боевая система, основной акцент которой задан на боевых искусствах. Ими и будет обладать наш персонаж, чтобы уничтожить как можно большее количество оппонентов. По мере продвижения тебе нужно уделить особое внимание развитию своих навыков и боевых характеристик, чтобы суметь раз и навсегда истребить более сильных соперников. Есть в игре и полная свобода действий, но не стоит забывать о том, что любое принятое решение будет иметь последствия. А внешний вид героя постоянно изменяется, вызывая те или иные мутации, что нужно учитывать в сражениях. Позаботься о боевом арсенале, в котором всегда должно находиться мощное оружие и атрибуты защиты. В этом тебе поможет проработанная система крафта, которая позволит создать то или иное приспособление по твоему желанию. Покори этот огромный мир и избавься от всех, кто посмеет принять сторону зла. Швен Юан Сворд Свен – это игра, сочетающая в себе жанры шутера и экшена. Главный герой – молодой фехтовальщик по имени Тайши Чао. Вы думали, что ваша судьба предрешена, но в один миг все меняется. Ваша семья была похищена, и только вы можете освободить своих близких. Вы отправляетесь в опасное путешествие, чтобы достичь своей цели. Вы должны победить всех врагов и сразиться с главным боссом. Исследуйте каждый уголок мира, чтобы найти то, что поможет вам победить врага. Постоянно тренируйтесь и совершенствуйте свои боевые навыки, в то время как ваши противники становятся все сильнее. И будьте готовы к встрече с целым сомном волшебных существ, не все из которых будут к вам благосклонны. Теперь пути назад нет, ваша прежняя жизнь закончилась. И теперь судьба вашей семьи зависит от вас, даже, возможно, целой империи. Великолепная графика, придающая происходящему на экране максимальную реалистичность и отличный звук, дадут вам возможность полностью погрузиться в игровой процесс. Будьте смелыми, сосредоточенными и не позволяйте эмоциям взять верх над вами. Tales of Arise – приключенческая игра, разработанная в жанре ролевого экшена, которая захватывает своими уникальными элементами и крутым сюжетным повествованием. Мы отправляемся в окутанный пеленой мрак мир, в котором царствует зло. Жуткие силы восстали, и теперь всему человечеству грозит уничтожение. Именно это нам необходимо предотвратить. Возьмись за исполнение главной роли, роли воинственного и могущественного рыцаря, который отправляется на спасение принцессы и мира в целом. Будь готов сразиться с множеством опасных противников, преодолеть сложные преграды, раскрыть мрачные тайны и найти путь к успешному завершению миссии. Что касается особенностей игры, то она предлагает нам крутую графическую рисовку, незаурядную сюжетную линию, богатую на неожиданные повороты событий, а также общую высокую динамику геймплея. Все это в совокупности точно порадует любителей жанра. Окунись в некогда процветающий мир, избавься от сторонников зла и дай ему надежду на светлое и безопасное будущее. Bloody Spell – игра в стиле приключения, где ты попадаешь в мир экшена с элементами слэшера, а все действия происходят с видом от третьего лица. Отправляйся в атмосферу фэнтези, чтобы стать ее полноценной частью. Здесь тебе предстоит стать на пути отмщения и приняться за истребление огромного количества врагов на своем пути. В своем арсенале будет остро заточенный меч, который позволит сразить даже самых сильных врагов. Также ты сможешь наделить героя различными способностями и боевыми приемами, в ходе боя выполняя всевозможные акробатические трюки и сальто, которые помогут обхитрить оппонента, сразив его на повал в два счета. Ты сможешь изучить ряд боевых искусств, как следует подготовиться, а затем смело отправляться на путь отмщения. Отдельно нужно отметить хорошо исполненную графическую составляющую, которая позволит тебе с головой окунуться в этот фантастический мир. Здесь у тебя будет полная свобода действий, но старайся не делать ошибок, которые могут понести массу неприятных последствий. Мир имеет одну главную особенность – генерироваться случайным образом, поэтому все предметы, оружие и монстры будут находиться совершенно не в тех местах, чем перед твоей гибелью. Mount Blade 2 Bannerlord – игровой проект, разработанный в смеси жанров RPG и экшена. Ты снова отправляешься в необычный мир, а также столкнешься с событиями продолжения увлекательной истории первой части. Стань частью мира средневековья, где царствуют свои законы и порядки. Стоит всегда помнить о том, что от твоих действий и принятых решений будет напрямую зависеть развитие событий. Отдельно отмечу увлекательный игровой процесс, а также необычное исполнение графики, которое позволит с головой окунуться в реалистичную атмосферу. От тебя потребуется демонстрация особенностей, связанных со стратегическим планированием. А также не забывай о смекалке, ведь на пути ожидает масса опасностей и препятствий. Более того, ты должен всячески развивать свой талант в сфере экономики, дипломатии и логистики, так как твое государство должно развиваться и процветать. Из нововведений второй части отмечу увеличение открытого мира, который доступен для покорения и исследования. Проработана качественная анимация, а всю атмосферу здорово дополнит звуковое сопровождение. Здесь ты будешь встречать массу людей на своем пути, которые так или иначе повлияют на судьбу главного героя.
Monster Hunter Stories 2 является продолжением захватывающей серии игр и в сочетании с уникальной сюжетной линией предлагает поклонникам совершенно новый опыт. Встречайте увлекательных персонажей, страшных монстров и решайте невероятно сложные и увлекательные головоломки. Возьмите на себя роль юного гонщика и попробуйте объехать самых распространенных монстров. Эта задача не из легких. Герой прибегает к помощи уникального артефакта – Камня Родства. С его помощью храброму молодому человеку удается установить близкие отношения со своими людьми, в результате чего они беспрекословно следуют за ним. Ваши мысли и пожелания мгновенно воплощаются в поведении вашего питомца без необходимости давать ему какие-либо указания. Путешествуйте по необыкновенным сказочным просторам мира, преодолевайте препятствия и выдерживайте суровые испытания. Выполняя различные задания, вы будете зарабатывать опыт, который будет использоваться для улучшения навыков вашего персонажа. По мере того, как вы повышаете уровень, ваша дружба с верными монстрами становится все крепче и крепче. Нио 2 – вторая часть достаточно популярного игрового проекта, разработанного в жанре экшен RPG. На этот раз нам предлагается взяться за исполнение роли отважного и бесстрашного японского воина, который ступил на тропу войны и сделает все возможное, чтобы истребить зло. В игре представлен довольно большой и разнообразный мир, который нам необходимо как можно тщательнее изучить, чтобы добыть ценные ресурсы и находить ответы на интересующие вопросы. Стоит быть максимально внимательным, ведь на пути встретится немалое количество опасностей, справиться с которыми не так уж и просто. Воину необходимо постоянно развивать свои навыки и боевые характеристики, чтобы суметь дать отпор любому, даже самому могущественному оппоненту. Магическая сила пробралась в мир с целью его уничтожения, и только на главного героя возлагается последняя надежда на спасение. Динамика игрового процесса проработана на высшем уровне, а графическое исполнение приближено к реальности, что позволит каждому с головой погрузиться в эту захватывающую атмосферу. Проходи испытания, увеличивай свою силу и добейся успеха во что бы то ни стало. Hellpoint – захватывающий экшен с динамичным игровым процессом и отличной проработанной графикой. События отправляют нас на бескрайние просторы черной дыры, а точнее на ее орбиту, где уже долгое время дрейфует космическая станция. Линия сюжета поведает игроку о происхождении странного катаклизма, который повлек за собой не самые приятные последствия. Отныне существа из самых разных миров стали объединяться в одно целое, что и привело к настоящему безумию. Сыграй роль главного героя, простого человека, который обитает на станции, внезапно ставшего жертвой случившегося. Ситуация накаляется, и ее нужно решить как можно быстрее во избежание конца света. На твои плечи ложится ответственность за оставшихся в живых, поэтому права на ошибку просто нет. Более того, территория космической станции стремительно заполняется жуткими существами и мертвецами, которым предстоит дать отпор, чтобы как можно быстрее завершить миссию. Развивай главного героя и его боевые способности, продумывай каждый шаг наперед и обходи стороной ловушки, чтобы добиться успеха и спасти свою вселенную. Asterigus Curse of the Stars – динамичная ролевая игра с элементами экшена, которая была основана на легендах и мифах Древней Греции. События отправляют нас на просторы уже давно заброшенного города Афес, где был потерян отец главной героини. В роли отважной Хильды ты отправляешься на спасение пропавшего, постепенно проходя множество испытаний и сражаясь с коварными оппонентами. Мир игры частично открыт для исследования, поэтому внимательно изучай локации, добывай ценные ресурсы и полезные зацепки. Важно всегда совершенствовать свои навыки и наращивать силу, ведь враг готов пойти на все, чтобы тебя уничтожить. Улицы города скрывают в себе массу мрачных тайн, раскрыть которые будет очень непросто. Проходи испытания за испытанием, раскрывай секреты и уничтожай всех, кто посмеет стать на пути. Все ради того, чтобы спасти отца. Графическое исполнение игры порадует яркой рисовкой, крутыми визуальными эффектами и реалистичностью, что позволит с головой окунуться в приключенческую атмосферу. Helix 2 – игра, разработанная в жанре экшен RPG с видом от третьего лица, где мы отправляемся на встречу приключениям, чтобы истребить врага. Возьмись за исполнение роли главного героя, который полон отваги и бесстрашия, а затем постарайся как можно быстрее завершить поставленную задачу. Займись исследованием многочисленных локаций, добывай ценные ресурсы и не забывай про боевой арсенал, чтобы в нем всегда находилось мощное оружие и атрибуты защиты. Вторая часть продолжает историю первой и обрела еще больше неожиданных поворотов событий, секретов и миссий. Враги будут сильными и коварными, поэтому тебе потребуется подключить навыки стратегического планирования, смекалку и логическое мышление. По мере исследования необходимо развивать свои навыки и боевые возможности, дабы в будущем дать отпор более сильному оппоненту. Пройди все испытания, заверши ряд различных задач и сделай все, чтобы враг был уничтожен. Графическое исполнение порадует своей новой и еще более точной проработкой, крутыми визуальными эффектами и приятной анимацией. Друзья, это были увлекательные RPG-шечки, которые можно поиграть. Еще больше вариантов жду от вас в комментариях, так что пишите, буду рад вас слышать. Также не забыли про лайк и подписку. Ну а на этом у меня все, до новых встреч и всего хорошего.